Всех приветствую на своем канале, и сегодня у нас будет первый взгляд на игрушку Vertigo 2. Игрушка набрала много положительных отзывов в Steam, поэтому будем посмотреть. Погнали! Перед этим было небольшое обучение, которым нам показали, как, собственно, играть, взаимодействовать с игрой. Опа-на, а это что за рука хрен? Смотрите, у него вместо башки рука. Что за наркомания? Так, берем ствол. Такой вот у нас стволяка. На тебе, в башку. Есть, минуснул. А эти медузки что, убивают, не убивают? А, это хорошие медузки, да? Почему их называют? Ни хрена себе, я случайно выстрелил. Не обессудь. Бля, его закружило. Короче, вот такая вот хрень наркоманская пока что. Прикольно сделаны стволы, сразу хочу обратить внимание. Вот он пистолет, как бы необычный. Видите, у него колба, типа. Вот она стреляет, и из колбы израсходуется жидкость. Типа, это наши такие вот обоймы. Хоп, вставили новые. То есть сделано вообще классно, прикольно. Опять хрен какой-то. Инопланетяне, короче, инопланетосы тут всякие нас атакуют. Непонятные. Вот. Так, что, сюда или не сюда? Вон еще один хрен. Ага, минус. Так, блин, нифига не попадешь только. Тут пробирочку скинуть. Ах, блин, меня попал. Да на тебе в глаз, глаз. Глазяру тебе, скотина такая. Так, скинем сразу, зарядимся. Стоит похвалить. Вот, можно взаимодействовать с предметами, с разными, да, вообще классно. Физика на уровне. Есть, физика работает. Взаимодействие различное с предметами. Имеем классное оружие, классный дизайн оружия. Их, кстати, можно будет апгрейдить, проходя дальше по игре. Вот здесь у нас располагаются жизни, да? Я так понимаю. Ну, жизни у нас полные, поэтому... Не фиксоваться. А, здесь я был. Да, здесь я был. Так, а куда? Сюда пойдем посмотрим. Серверная комната, да? Кстати, накатил я тут модик. Сейчас. Минуснул чувачка. Есть, минуснул чувачка. Накатил я тут небольшой модик, видите? Все на английском. Но вот этот модик старается переводить игрушку. Ну как старается? Переводит, но очень-очень, я бы сказал, хреновенько. Потому что это Google... Посредством Google переводчика это делается. И он иногда подтупливает. А это что хрень? Будет взрываться, нет? Взрывается, но не сильно. Все. Инопланетоса я вырубил. Пойдем посмотрим дальше. Жуки что, вынесут? Букашки ни хрена не делают мне. Так. Минус. Классно. Физика. О, опять рука хрен. Физика тут... Я ж тебе руку снес. Какого? Видите? Она заново у него отросла. Хренота какая, а? Да, наркомания творится, конечно, жуткая. Но она прикольная. Видите? Блин. Нифига себе. Пролетел. Прям над духом пролетают снарядики. А, патроны кончились. То есть это нельзя сказать, что это патроны. Это какая-то жидкость, блин. Кислота какая-то. Непонятная, да? Непонятная субстанция. И за это стоит похвалить игрушку. Потому что необыкновенный дизайн... Бля, меня вообще не тронули. Вообще не тронули. Необыкновенный дизайн игрушки доставляет. Так, там у нас подвал. Тут у нас что? Какой-то сундучок. А, это типа синтезатор истощен. Это типа апгрейдилка, наверное, да? У нас будет когда-то. Да, сейчас она не работает. Так, пройдем куда? Пройдем сюда. А, вот они у нас тут, пацаны. Не понял, а что я скинул? Хотел сделать красиво, а вот она. Давай в бочку, пацаны, разлетелись, пацаны. Вот так вот, фарш, чисто пацанячий фарш произошел. Вот они, руки валяются их. Хотя это в данном случае голова. YouTube, интересно, не заблокирует за такую хрень? Какая-то расчлененка жесткая. А куда пойдем? Наверное, сходим сюда. А, сюда не работает. Сюда не работает. Кстати, хотелось бы сразу отметить, что тут вот есть взаимодействие как бы с окружающими стенами, предметами. Видите, рука как бы упирается и выворачивается, когда я направляю в сторону всяких предметов. Что радует. Хреново, когда вот так вот, знаете, руку вот так вот, как она только что сделала. Хотел сказать, хотел похвалить. А это что за хрен? Это что, на меня смотрит? Это противник. Чудовище, блин, какое-то. Что за чудовище, блин? Когда вот так вот упирается, когда она туда проваливается сквозь текстурки, это выглядит хреново. Вот как сейчас было один момент. Ну вы поняли смысл. А здесь сделано вроде бы как бы более или менее. Так, это что? Это просто ствол, да? Это ружье.
это ружье. Просто взять его, да? Да, просто взялось. Смотри какой, ля какой. Ля какой. Да, стволы в этой игрушке сделаны вообще отменно. Отменно, просто. Работает ствол. Так, посмотрим. Посмотрим, куда идти далее нам. Что тут? Да я понял, ребят, я понял. Что, вот так вот стрелять, а вот так вот передергивать. Я понял, все отлично. Все, все окей. Что, ну мне опять показывает? Что кнопка? А, это скинуть, типа. А, их тоже нужно, ну понятно, да, перезаряжать. А как же, что, не перезаряжать? Ну, да, сделано круто, сделано круто. Сюда что, нельзя? Сюда нельзя, да? Кнопка переключать оружие. Да, знаю я, спасибо, знаю, я уже понял это. Спасибо, спасибо. Куда идти? Лучше подскажите, куда идти. Сюда точно нет, да? А зачем я сюда спускался? Тупо за дробашом, что ли, получается, да? Значит, идем назад. Идем назад. Жизни у нас полные. Ну, я думаю, меня еще... Ух, пацаны! Минус, пацан. Минус, пацан. Минус, пацан. Минус, пацан. Бля, дробовиком, конечно, вообще классно стреляет. Вообще, ай, блин, патроны кончились. Так, подожди. Стой, 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 чуть-чуть, подожди. Вот так. Перезаряди. И вот так. Вот так вот, классно. Вот теперь точно классно. Так, а что сделать? Что у нас надо сделать? Так, уберем ствол, возьмем руку, посмотрим. Посмотрим, ну я так понимаю, сюда удаленное разрешение предоставлено. А, типа, вот так вот берем мышку, да, получается? А, как будто я за компом сижу, да, вот так вот. Сейчас руку вот так положу. Так, 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 наведем. Блядь, неудобно, правда? Сейчас. А как? А, о, вот так вот. Просто клацнул сюда. Еще предоставляется доступ нам, да? Что тут есть, что попить? Оп. Вот так вот. А, вот он, код доступа. 2778. Все, запомнили. 20. Блин, заскриншотить бы как-нибудь. Знаете, print screen сейчас нажму вот сюда, чтобы. Print screen. 2778. Все, запомнили. Погнали. 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 Так, возьмем опять ружбай. Сколько у нас патронов? 6, все. 2778. Ты тут пацан стоишь, что ли? Минус. 2778. Главное вот эту циферку. Блин, а что их тут до хрена-то так, а? Что у вас так до хрена? Блин, перезарядочка, перезарядочка. Вставься сюда, пожалуйста. Вот так вот, да. Пожалуйста, минус. Ох, там их чуваков-то сколько много, а. Откуда вас столько? Нарисовалось, откуда вас столько, а? Блин, этот ствол, конечно, хороший. Но, блин, я не успеваю. Просто, куда ты замахиваешься, какая-то база. Не замахивайся на дядю. Да, блядь, минус низ ты. О, сволочь. Ух. Ствол-то хороший, но перезаряжается вот он долго, да. Есть такой косяк. Косячина такая есть. О, блин, еще мужики. А ну-ка вот так. Не, вот разлетаются классно они. Так, а тебя я, наверное, минусну с помощью вот этой штуки. Вот так. А, меня немножко покоцали, да? Покоцали. Все-таки, когда успели, я что-то сам не понял, когда меня успели покоцать. Ну, попробуем вот как раз продемонстрировать вам, как действует лечилка, да? Берем вот такой вот шприц. И втыкаем вот так вот, просто куда угодно. Можно в тело, можно в руку, куда угодно можно. И все, вот так отпускаем. Вот так вот закрываем. Все, ништяк, 100%. Видите, как сделано круто? Вот что значит. Какой там код, кстати, был, я уже забыл. Вот что значит, хорошо подошли гейм-дизайнеры к созданию геймплея. То есть необычно... Блять, а вот это... Блин, вот это было неожиданно. То есть, такие мелочи, а сделаны, продуманы же, да? Прикольно сделано, прикольно смотрится. Да ты сдохнешь, сволочь такой. Для вас тут сколько много становится, а? Блин, я не на ту кнопочку нажал, извини. Возьмем дробаш, ладно. Минус. Ух ты, какой здоровый! Блин! Все? Фух, аж не верится, а? Достанься. Сюда. А патроны бесконечные, как я понял, да? То есть я их достаю, вон оно, видите, оно как бы заполняется со временем. То есть вставил, подождал некоторое время, и они... Я хочу побочки. Смотрите, ребята разлетелись. И они заполнились, патроны, да? Так, пришел я куда-то, куда-то я пришел. Ну, собственно, я-то от ангара-то... Вот он, ангар, и открывал... ключ. Ключ подбирал я как раз к ангару. Ты зачем я это нажал? Ну ладно, ставим, сразу перезарядим. Возьмем у нас руку. И... А, вот он, да. Смотри. Значит, 27... 79. Неправильно, да?
Ха, подловил. 27-78. Я пошутил, ребят. У меня память вообще супер. 100% память. Какой там нафиг ошибаться? Ну ты страшный. Ни хрена ты чудище. Так, и что, плавать что ли? А стволы работают, интересно, под... Игра спасена, написано. Вот, про что я говорил. Перевод тут от бога, конечно. Так, а патроны кончаются, интересно, или нет? Или они бесконечные? Или вообще, то есть, под водой они стреляют вообще или нет? Какие нафиг бесконечные? То, что они бесконечные, мы уже... Минус. Он какой-то здоровый, да? Или это... Блин, прям в бошку. Фух. Все. Все, вроде бы все. Бля, попал. Попал с катабаза. Чуть-чуть задел. Ну ничего, хилочка тут. Хилочки, кстати, тут вообще на каждом шагу, я смотрю. Все, подлечился. Нормально. Так, разорвать карантин. Что? Че происходит? Сейчас, наверное, какая-то скотина-то вылезет по-любому. А-а-а, это тут типа загадочка такая у нас, да? Выберите, это Google проверка, короче, капча, да? Съедобные элементы нужно выбрать. Ну, значит, морковочка, да. Какой из него распространенный атмосферный элемент? Я их не помню, Ну, попробуем сюда. Ладно, еще раз. Давай. Первое, это понятно. Значит, я выбирал вот этот. А какой? На самом деле... О, я угадал. Я не помню, что это, но я чисто классно. Ладно. Выберите цвет, который вы можете воспринимать наиболее четко. Блять, почему такая сложная перед этим была загадка из химии? И вот такая легкая вот эта. Ну, конечно, зеленый. Человечество подтверждено. Я человек! Это проверка на человека, да? Классно. Классно. Я все-таки человек. А то есть инопланетос бы не смог вот эту вот хрень разгадать, да? Да он мог потыкать туда-сюда и подобрать эту всю хрень. Так, ну и что, мне за ним идти, что ли, получается, да? За тобой? Ты меня ведешь? Так, прогрузились мы, значит, в новой локации. Тут у нас что, свежий воздух, все дела, какие-то чубрики. А ты хороший или плохой, слушай? Возьму-ка я на всякий случай ствол. Да не, вроде бы хорошая. Вроде бы не атакую, значит хорошая. Правильно? Правильно. Я тебя поглажу, мой маленький. Ты иди ты нахрен, короче, убегает, гад. Не, они меня не трогают явно. Куда ты идешь, чувак? Ты же упадешь. Ты же упадешь нафиг и разобьешься. Опасно так делать. Опасно так делать. Да, хотел сказать, что в первую часть я не играл, поэтому с лором данной игры особо не знаком. Кстати, почему я играю вроде бы за девушку, да? Смотрите, какая у меня тень. Типа, я левитирую. Где мои ноги? Где мои ноги, чувак? Что называется? Так, идет какая-то труба у нас. Какой-то карьер, да, типа такого. Что-то типа такого. Типа карьер. А вот то стоят роботы. Они, интересно, дружественные или нет? Чуваки, и они хорошие или нет? Я пока что против роботов вообще не сражался. Возможно, тут только всякие инопланетяне нас атакуют плохие. А роботы это типа нормальные дяди? Фиг его знает. Сейчас. Приколисты. Разработчики-приколисты. Смотрите, сортир. То есть, поняли прикол? Тут какая-то, блин, вышка гребаная, какой-то карьер, а тут сортир стоит. Прикол. Прикол. Место удачное для сортира. Вот самое оно. Так. Куда нас путь дорога привела? А, ствол новый, да? Типа, этот сейчас мы уберем и возьмем вот эту вот пукалку. Смотри, какая ля, ля какая. Да, дизайн оружия тут на высоте, тут даже поговорить не о чем. Сделано круто. Кстати, ну, лично я заметил такой баг, не знаю, возможно, он только у меня. Вот когда я делаю такие движения, когда есть ствол в руке, да, какие-то прерывистые движения, как будто статерить чуть-чуть. Хотя, если нет, вот рука, здесь все плавно. Как-то странно, да, сделано, что делать? А, типа мост, вот он, да? Нужно попасть. Где тут мушка, навестись бы. Ты смотри, с первого выстрела. Ну вот те дяди, да? Они, мне кажется, плохие. Неспроста вот там вот бочка эта дана, да? А ну-ка попробую я по ней. А вот так. Есть, разорвала нафиг. Бля, чуваки такие. Чё за кипиш? Братаны, вы где? Кто это сделал? Да, понятно, посмотрим. А может они добрые на самом деле? Может я их роботов раскидал там? Фиг поймешь.
Ну, ствол, кстати, вот этот вроде бы нормальный. Он мощный, как я понял, да? Такая вот. Такой вот револьвер крупнокалиберный. А че так ходит он? А, вот, есть у нас телепорт, получается, обега. Да блин, я забыл, они недобрые, да. Но раскидывают он их классно. Только нужно попадать. Это типа. Как. А нет, нифига. Перехвалил. Блять, и патроны быстро кончаются. Не, нафиг, надо убегать, надо убегать. Сейчас они мне надерут жопку. Так, возьмем вот это. Мне вот это больше всего понравился. Стандартный пекаль, но в нем, во-первых, бля, они друг друга могут тупые боты. Да блин, сдохни. У него патронов много, вот что хорошо. О, раскидывают только так их. Так, и ставим баллон. Вот так. Вот он мне больше всего нравится. А вот это что-то я не знаю. Ну и этот, ружбайт. О, кстати, он перезаряжается, получается, когда я его закидываю в этот. Оп. Вот так вот сделано на нем перезарядка. Когда я его закидываю к себе в обойму, грубо говоря, в кобуру. Кобуру. Он сам по себе перезаряжается, получается. Что как-то портит впечатление. Разрывает шаблон. Так не должно происходить. А так, а тут элементы стелса вообще есть, если я, допустим, вот так вот подкрадусь. Бамс. Бамс. А, ну хеды можно ставить. Получается, когда ставишь хеды, они все, улетают с первого раза. Ошибка. Русский перевод в деле. Так, а что делать? Что делать? Сколько? О, у меня жизни-то не особо много. Так, надо для начала. Блин, зачем я это сделал? Я не хотел это сделать. Ну да ладно. Так, уберем его. Возьмем вот этот шприцуган. Садим дозу. Опять скажут, наркомания какая-то. И получается, что возьмем мой любимый, вот этот. Так, что делать? Здесь у нас ошибка. Нам явно нужно перейти туда. Но вот эти вот ворота, они у нас закрыты. Да? Вроде бы да. Думай, моя голова. Ну, видите, как он перемещается? Блин, это полчаса. Вот мне нужно вот так. Да, запаристо перемещаться. Явно не туда. А что он, кстати, как-то телепортируется? Тоже странно. Не всегда получается. Все позакрыто нафиг, да? Тут что? Типа я являюсь незарегистрированным. Пожалуйста, бросьте оружие лицом вниз на пол. Ага, сейчас. И подождите прибытия проверки ручной идентификации. Типа что? Мне нужно убрать ствол? Ой. Блин, я путаю раскладку, как с Павловым. Там скидывать на немножко на другую. А, вот они, чуваки, прибыли, да? Но я не думаю, что они будут настроены сейчас ко мне прям дружелюбно чересчур, да? Ну-ка. Посмотрим. Подпустим этих ребят чуть-чуть поближе. Бля, вот эта бочка, она опасно стоит. Она может меня заруинить. Получается. Ну-ка. Подойди, чувак. Вот так вот. Ух. Этих снес. Да я мозг. За раз ребят раскидал. Ну это ж надо. Так, а вот этих сейчас. Еще одна подкрадка. Сколько их будет всего? Слушай, что за хрень? Что-то их много. Блин, мне нужно, мне кажется, отойти отсюда нафиг. Я тут в неудобной позиции стою. Сейчас посмотрим. Сейчас их перещелкать попробую. Ах! Да, ребятам. Не, нафиг. Надо отходить. Куда-то отходить надо. Ребятам хеды надо ставить, получается, только. Так их вообще не берет. Ну, берет, но очень, видите, очень слабо пробивает, получается. Надо. Блин, а с этого без прицела вообще неудобно стрелять. Блин, да я вообще по ним не могу ничего сделать. Как у меня тогда. Без бочек я вообще полный ноль, получается. Дайте бочки. Я прошу бочек. Больше бочек. Это какой-то необычный, да, вот этот робот. О, я его снес сразу первым. А ты сдохнешь, а? Блин, вообще сложно убиваются, ребята. Конечно, может, ружбоя будут лучше, но я боюсь брать, потому что. Ты что там засел? Потому что у него мало зарядов, как бы. Сколько их осталось? Ты где? Ты, блядь, в бочку. Минус. Все. Я это сделал. Изи-пизи. Что называется. Где они все? Все? Или не все? А, еще ребята! Да, блядь, в бочку попади! Блядь, зачем я из-под себя? О, успел. А того задел или нет? А, я и того снес. Все? Ты смотри, как быстро. Ну, они меня тоже, конечно, подкоцали. Есть такое дело. Перезарядимся. Так, я хотел вообще убрать ствол. Так, уберем ствол. Эй, сюда. И вколем себе. Чуть-чуть по наркоманим. Уберем.
А, вот они открылись. Смотри-ка. Пойдем сюда. Так, может, я что-то не так делаю? Может, тут бег все-таки есть? Вы напишите в комментариях, если шарите за эту игру получше, чем я. Но я бега пока что не наблюдаю. И еще я не совсем понял, как апгрейдить оружие. То есть, как бы, вроде вот та вот апгрейдилка там была. Но нужен какой-то элемент, я так понимаю, чтобы и сделать апгрейд. Ну, что-то не получилось. Так, зайдем сюда. Типа лифт, да? Типа лифт. Какой-то лифт, ага. Поднимаюсь. Но больше некуда было идти, только в этот лифт. Ух, как высоко. Боясь высоты. Вот, есть прикосновение к стеклам. Круто. Не, сразу видно, что игрушка сделана на хорошем. Ты, вы убили всю мою эскадрилью. Короче, он очень огорчен, что я перебил всех его людей. Я видел, что вы сделали с ними. Эти мальчики сделали всего на 6 дней раньше, чем я. Ни хрена себе халабуда. А что, это типа босс? Так, нужно взять дробаш, наверное, сразу. Блин, ну он реально здоровый. Ля какой. Ля. Ля хабазина. Чувак, ты меня сейчас будешь бить? Да, он меня сейчас будет бить. Так, нужно сразу вот так. А его не берет, ни хрена. Блин, он меня сцапал. Оружие пропало само. Чё? Ич. Не работает. Кажись мне... А, профессор! Это хороший, да, чувак? Это был в обучении, чувак. Это мой. Да, вот этот профессор был в обучении. Он нам показывал, что почем, как тут играется и все такое. Поэтому я знаю его. Я тебя знаю, чувак. Ты мой друг. Так, а вот это все? Вот это и весь босс? Вообще ни о чем. Легкота. Вот так вот надо делать. Вот так вот совсем легко. Так, ну что, ребят, игрушку я вам показал. В принципе, не буду спойлерить особо. Я думаю, вы и сами хотите с ней ознакомиться, посмотреть, что тут за сюжет, как тут играется. В принципе, я ее могу посоветовать. Да, есть некоторые, в принципе, огрехи в плане почему-то рваной анимации, когда берешь какой-то ствол. Не знаю, опять-таки повторюсь, возможно, это только у меня есть. Дизайн стволов тут на высшем уровне. В принципе, сама графика, хоть не сказать, что прям супер топ. Та же Алекс, конечно же, она намного лучше. Но видно, что игрушку делали разработчики не из команды 1-2 человек, а нормальная дорогая студия занималась этой игрушкой. Сразу ощущается, как по боевке, так и вот по местным красотам среднего уровня, как я уже сказал. Зато вполне без статеров все проходится, все играется идеально. Такая вот была игра, такой был обзор. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. А я погнал вертолет. Покедова.